Сергій дуже чекав легалізацію марихуани в медичних цілях для того, щоб коли його батьків запитували, ким працює ваш син, вони відповідали не барига, а фармацевт. Хоча до легалізації марихуани нам ще ой як далеко, декого це не зупиняє. Ну, наконец-то! Если бы ты знал, как я тебя долго ждал. Дедушка, я тоже по тебе соскучился. Как... А где пицца? Пицца где? 2 недели я жду пиццу, нет. Пицца. Пицца где? Где? Пицца. А? Ух ты! Вовка! Внук приехал! Радость-то какая! Вот бабушка обрадуется-то! 7 лет тебя не было? 7 лет не было. 7 лет. Пойдем. Покажу, какое теперь у нас бабушка хозяйство. Видишь, вот там кролики. Мы их для тушеночки выращиваем. Вкуснятинка. А вон гуси для паштетика. Вот. А вон еноты. Вы что, енотов едите или что? Да ты чё? Нет, конечно, они же просто прикольные, еноты. Пойдем покажу, как все изменилось у меня. Смотри, видишь, сад, яблочки, белый налив, Антоновка, вот вишня, вот черешня. Видишь, как? А, клубничка в этом году, видишь, какая? Ой, черная смородина, видел? Укроп. Ничего себе! Что? Ты, что, грушу мою увидел, да? Да какая груша? У тебя же целое поле... Крапивы! Да какой крапивы? Это же конопля, дед. Скажешь тоже. Крапива обыкновенная, доминиканская. Бабка семена выписала, засеяли, зашла. Ты туда не ходи, обжечься можно. Все, хватит на крапиву таращиться. Слушай, какая-то странная у тебя крапива, дед. Да, всякое бывает. Странная, веселая, злая была. Такая, что сразу зависаешь. Дед. 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 А! Фу ты, кто здесь? Вовка, внук, приехал. Радость-то какая. Бабушка увидит, обрадуется. Кстати, а где бабушка? Крапиву пошла продавать. На рынок, что ли? Зачем? На новую пошту. Подожди, зачем на новую почту? Какая разница? Ты садись, садись, внучок, садись. Ты лучше попробуй, какие в этом году помидоры вкусные. Кушай, кушай помидорчик, кушай. Натурпродукт. Никакой химии. Не то, что у вас в городе. А какой у нас в деревне воздух чистый. Вот вдохни. Оп. Придержи немножко. Не выпускай сразу. Можно. Да, хорошо у вас здесь, дед. Да, природа она такая. Слышишь? Дятел. Дерево долбит. А он зазуля. Зузу. 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 А вот соловей. Шумецко. Шумецко. Ты что не подпеваешь соловью? Ты что песню это не знаешь? Ладно, ничего. Выучишь, он ее часто поет. А вот смотри, 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 смотри. Бомбикс! Ах ты, ой, это, ну, малыш, ну, хватит, хватит, что ты меня облизываешь, ну, прям всю морду заслюнявил. Вовка, узнаешь, смотри, узнаешь Бобика? Видал, как вымахал? Ладно, Бобик, беги. Дед, с тобой все нормально? Да. Чего у тебя глаза красные? А, это я долго на помидоры смотрел.
О, пойдем, хвастаться буду. Смотри, видишь вон, сарай какой. Белый? Белый, да. Знаешь, что это? Что? Коровник. Ага. А рядом вот, видишь, маленький белый спичечный коробок. Это что? Тоже коровник. Коровник? Да, для божьих коровок. А вот смотри, лес. Какой. Вот речка, видишь, сколько воды. А я все время думаю, куда слюна изо рта девается? Она вот где. Ой. А солнце какое сегодня странное, да? Всего три лучика, как из детского рисунка. А красиво. Слушай, дед, может, ты на солнце перегрелся? Или работаешь много? Работы в деревне очень много. Да. То корове воды принеси, то сам попей. То свиньям воды принеси, то сам попей. То курам воды принеси, то сам попей. Вообще присесть некогда. Угу. Твои гуси гогочут, да? Это соседи. Просто ветер сегодня в их сторону. Кстати, по поводу соседей. Дед Макар там же живет? Нет, дед Макар теперь в земле. Это я локтем указываю. Ладно, давай, садись. Ты знаешь, бабушка к твоему приезду сколько всяких вкусностей приготовила? Вот, пирожки с крапивой. Съешь один, второй хочется. Съешь второй, третий хочется. Съешь третий? Четвертый хочется. Нет, хочется быть чем-то большим. Чем эта маленькая частичка огромной вселенной. Ты кушай, кушай пирожки. Это очень вкусно. Ты уже закончил университет? Закончил. Кем работаешь? В полиции. Пьяных водителей ловишь? Нет, в отделе наркоконтроля. Наркотики на качество контролируем? Нет, ловим наркоторговцев. Интересно. Да. А главное, тяжело поймать, знаешь? Это понятно. Они же закладки по всему городу разложат, и ищи их потом. Интересно. Ты надолго к нам? Да не знаю, я у вас на задании. Ага. Сказали, в вашем районе появился крупный наркоторговец. Ё-моё! Что говорят? Говорят, что промышляет большими партиями. Говорят, большими? Или очень большими? Или говорят, большими качественными? Или говорят, большими, но хотелось бы, чтобы еще больше? Не слыхал? Не слыхал. Но знаю, что когда мы его поймаем, ты, дед, сядешь на 10 лет. Спасибо, что предупредил. Мне же поле полить надо. Где моя канистра с бензином? А, я ее ж Ваське отдал, да. Какому Ваське, дед? С той стороны речки. Какой речки? Ты не речки? Знаешь, где мои весла, нет? Не знаю. Ладно, я весла? Так поплыву. Где, дед? А, хрен вы меня поймаете. Слышишь?